Я резко! Сейчас проедет громкоговоритель по иллюстрации генерального прокурора Украины по кличке Павленко. Потому что вот он нам будет забивать. Если тут всех иллюстрировать, у нас времени тут не хватит собираться. Мы не можем тут ни иллюстрировать, ни кастрировать никого. И поэтому давайте покричим Павленко. Павленко! Может, работники спецзавода выйдут поближе, и тогда представители кабинета министров увидят вашу надпись и все-таки выйдут к нам. Вот тут плакатик «Шпанинский спецзавод надо вище підняти». Бо кабінет, члени уряду не бачать його. Вони тільки потребляють, вони потребителі у нас. Уважаемые члены кабинета министров, вы нам обещали жить в европейской стране. Обещали стабилизацию финансовой системы. Обещали укрепление гривны. За счет нас. Мы стояли на Майдане не ради того, чтобы сейчас требовать у вас проведения иллюстрации выплаты наших денежных средств. Соблюдайте свои обещания, если вы позиционировали себя как европейские политики. Не совершайте ошибки предыдущей власти. Они тоже не обращали внимания на 300 студентов, которые стояли возле стелы на Майдане Незалежности, а потом это переросло в миллионную революцию. 16 декабря 2014 года мы объявляем всеукраинскую акцию протеста потребителей финансовых услуг. Это финансовый Майдан. Если до этого времени вы не обратите внимания, не выполните все взятые на себя обещания, мы вынуждены блокировать водовый портал. Мы 27 ноября 2014 года собирались под Национальным банком Украины и выдвигали свои требования. Вы нас не услышали. 2 декабря 2014 года мы собирались под Верховной Радой Украины, но народным депутатам было не до нас, они занимались разделом своих портфелей. Сегодня здесь мы стоим для того, чтобы вы выполнили свои обещания. Обещали жить в европейской стране. Выполняйте свои обещания. В противном случае вас ждет народный бунт и то, что было с семьей. Поэтому давайте еще раз позовем Ярейска. Может, все-таки она нас услышит. Это политик, новый политик. Я думаю, ее еще не засосало в эти коррупционные схемы. Вы обещали нам побороть всю коррупцию финансовой системы Украины. Докажите вы нам, что вы не такие, как они. В противном случае, похлопаем. В противном случае вас ждет финансовый Майдан. Я резко! Я резко! Выходи к народу!
Выходи к народу! Яреська, 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 выходи к народу! Складывается такое впечатление, что там пятикамерные окна. Люди сидят в какой-то вообще абстракции от нас, совершенно в другой пространстве. Они нас не слышат или делают вид, что они нас не слышат. Поэтому покричим! Ситуации финансовой стране. И она сказала, что в финансовом блоке нашей страны в одном флакончике собрались тупицы и воры. Действительно, я ушел тогда с ВИЧ, долго задумался, что она имела в виду. Действительно понял, что господину Путину, в принципе, не нужно идти сюда, на Киев. Мы экономически себя сами здесь уничтожим. То есть власть делает то, для того, чтобы уничтожить себя финансово изнутри. Мы будем вставать друг против друга, нас будут настраивать, нас будут отвлекать другими проблемами. Можно? На наши проблемы никто смотреть не будет. Люди сейчас сидят в теплых кабинетах, у них там хорошо, компьютеры, планшеты они там себе купили, чтобы работать. А мы стоим сами, мерзнем тех людей, которые благодаря нам пришли и сели в эти кабинеты.